Все, поставил. Скачка. Сейчас лагать еще будет, скажет, замените меня, когда скачается. Я и так лагаю. Кинетику, совы, ШП, маги, локи, ханты, бьют все абсолютно. Эрим тоже. Где вы стоите, там кинетику. Смарт-килл зайдешь? Да-да-да, я беру. ДК на двоих, как обычно. Носок смаркуливаешь Калдорама на него, смаркил смаркуливаешь Каланара на него. Подожди, подожди, Войт, стой, стой, давай, 30 секунд, подожди. Видосик смотрит. Да-да-да. Каски там раздам, пока нету дани. Скажите, если кому-то не досталось. Все, давайте чек на пол. Блять, можно какой, вместо прота? Да, там бой идет. МП5. Вместо прота. Там АДК из 2. Точняк, ты даешь прота? Где я каски только что раздал? Дай прот МП5 по ханту. Блять, нахуй. Где из МП5? Ты где, если дам тебе МП5, у тебя каски не будет. А, это ты дал как? Угу. Джерин участвует там, допустим? Да-да-да. Ну там сейчас Клуберс по жужжим играет. Ненавижу ёбаный ДК. Все, нормальный персонаж. Выхри, выхри. Выхри, больной гуч. Блять, да убей меня уже быстрее, сука. Там ли 500 гол, что там Клуберс победит. Да вот не хочу посмотреть. Дима, сбрось агро, блядь. Спасибо. Там драма, внимание. Передать. Ай, Дима, волна расстроишь сейчас. Милики отойдите, там выход, выход. Передать. Нет. Кинетика, РДД, как дела у вас? Голем, внимание. Голем. Темница, голем, темница тьмы. Стоим. Ждем за хилом. За хилом бомбей. Блять, все сферы убили. Вот сука, Тинтимили, веди отсюда мобо. Там вихрь. Да, вихрь. Все, не бейте, не бейте пока его. Идите гильсеты все бейте. Милики, меня улежьте. Кинетики бьем. Вот. Откинет еще в другую сторону. А, притяните кинетику, пусть вас откинет в другую сторону, блять. Че вы там? Ну там, блядь, оттуда, а. Насладитесь болью, и прольется кровь. Там бой идет, блядь, иди бей Келесета. Да потом повтор посмотришь, что ты паришься. Поставят на стол. И прольется кровь. Кинетика. Нахуй вы притянули бомбу-то, блядь. Моя чаша полна. Ну все идиоты, ебаный в рот. Мне, наверное, притягивает, чтобы бить медиком. Все, Волоняра, бьем Волоняра. Сильно, вот, нормально, слушайте, нормально, в сторону. Кинетика посередине падает, вон там у Скелесета подбей. Вихрь, вихрь, вихрь. Вихрь, могучий вихрь. Бьем кинетику. Котом бьют кинетику. Сука, не бесплатно. Кинетику бьет. О, АДК уже 6 КХП там. Прямая трансляция там, да? Да. Нахуй вы их тянете, блять, мутант, вы ёбнутый что ли с кочугой? Я ничего не. Она вроде не хлопает.
Да, который мне нужен как раз. Ты упал, блядь. Блять, не вижу, где это. Труп этот. Нет, это почти. Я там типа королевская битва, все против всех. Говно лут, блять, там мешок упыря и все, всякая залупа. У меня потанчи пока что. Так. 10%. Кончите пока. Давай пиздило. Давайте на трэш. Так, антихам, цунами сюда. Антихам, ты здесь? Ну-ка скажи мне, ВРК. Да. Контроль звезду, цунами, контроль кружок. Кто побежит, милики хватаем, рослого бьем. Дали контроль, чтобы... Третий контроль, ну, вообще отлично. Ну ёбаный. Ну чё вы так рано? Значит, бьем рослого, после рослого звезду. Внимание, точечно бьем, не срываем огромный. Идите немножко ниже там. Давай. Ты бьёшь? Да. Все, выиграл. Звезду даун, звезду стан, звезду контроль, мизантропа не умереть, не умирай. Это он звезду, бейте все звезду. Не надо, он тоже сейчас. Да. После звезды начнем убить. Те, кто умирает, они по-любому все, дали финал. В особое внимание станы только за. Джерри, он сейчас дерется. Ваня, по танче. Танчу. Че вы там нагнули уже? Не, Клуберс там нагнул, позже жим, короче, а сейчас дядем с кем-то. Там лагает, говорит, у них пишет Клуберс. А там Дима, да? Не, один-один. Какие ссылки? Давайте цель пейте. Чего разлетите потом? Нет, когда ты окажешься, никто ничего не говорит. ХРЛ мне можно. Дискриминация у нас. Это компот-то, пироги, блядь. У нас 50 минут осталось, надо побыстрее, как мы не успеваем. Значит, антихам, контроль звездочку, пожалуйста. Олег еще здесь, кстати. И кружок кто-то смелый. Ну, сука, вообще ноль контроля. Это шумнее, короче. Опыт, да. А, Джерем против Лока, нормально. Выберите, пожалуйста, все кружочки и бьем его точечно. Потом будете. Меня, сука, не загружайте, не могу глянуть. Хуя, он ему 10к сразу снес. Кто, Джерин? Да. Сейчас кто победил, Лок или он? Сейчас вот Джерина проблема уже. Да ну нахуй, бабу. С кресла водину там протовара моего. Бабу нажался и захилился. А он паладином там, да? Да. А так было, наверное, не интересно, как надо было ивент. Смотрите, как он хватает. Записи на ютубе нет, но там никто не записывает. Да ну с хуэль, там нормальный зритель, там всякую хуйню пишут. Вы видите в гильдии, где Джерин вообще ничего не написано, где он сейчас? Да, он в жопе какой-то. Да там пишут, что у них у всех большая задержка. Ну конечно большая задержка, я говорил им рестарт на всех, они не слушаются. Идемте на лану все, чек на присутствие. Танчит кто, тоже Сенсимилия, да? А Джерри он выиграл, нормально. Да, Сенсимилия. Ну подходите, мутант прием. Мутанты здесь, но ты не готов. Анти пока нет, убьем без него. Точняка больше хильки. Чек на пул. Кому что не хватает, говорите. Принимайте готовность.
Сенсимилия. Че, здесь я? Не срывайте на пул на танк. Не делайте говна никакого там. Два раза. А, там против АДК, хан. Хан против АДК там нормально. Ну, АДК выиграл ханта, пиздец. Милики с танком на ступеньке пошли, милики с центра свалили, милики. ДПС захилили. Кот МД сильно. Магов сильно сейчас, магов первая пати. Так, пока сейчас идти сюда готов. Сбежали. Давайте. Геру. Щит, щит. Багруха. Смотри, багруха. Да щит упадет. Да багруха, блядь. Да щит заебал. Сука. Ёбаный щит. Заванговали. Вообще пучина, блядь. Ролики пучины. Газета надо, нет? Не помню. Ну, ретрик, да. Ретрик убил фростмага. Так, на трэш подходим, пожалуйста. Мизантропа ФК. Чё там, Джерин убил, Джерина убили? Не, Джерин выиграл. Он дестриком играл, а там Энейра какой-то с фростмагом играл. Так, сюда.
нами волшебно и пришли. Где-то вообще мне волшебно выше. Ваня, ну что ты сразу танчишь-то, блядь, а? Побыстрее бить, побыстрее. О, чё, смотреть, блядь. Я же знаю, что ты сейчас вот... Мы только Вальку захилим, все, ты съебался, нахуй. Ну, наверное. Ну, на 20 минут там полежать, хули там в туалет сходить. Давайте, у нас плотный график, мы опаздываем. Надо быстрее убить все. По-моему, ШП, АДК тоже нормально. Так. Это у нас 3 резки вчера было, должно было 5. Сегодня еще надо 6 собрать. 7. Выманите их сюда, ну, 5, и 5. Мы вам поможем. Че там только одни ДКшки играют, что ли, в этом турнире? Нет, там Присты, Ханты, Локи, Ретрики. Кто там еще? Вары, по-моему, есть. А что, Роги вообще нема? Ах, хрен его знает, не видел. Я не понимаю, почему тебе гер, когда ты ниже ППР? Чё? Цунами, ты слышишь меня, врага? Ты был ниже ППР, чем... Он, наверное, думает, что мы паровы идем. Ты знаешь систему ИПГП, Цунами? Ответь мне, ПГП. Или ты не слышишь РК? Ваня, иди направо, я налево. Да я сдох сейчас, я только лечу. Лечу, я не волшебный уже забирал. Тихо, тихо, Войт, что там говорят? Третий носитель смерти. Просто я с вами рейдю раз 20 и ни разу, отвечаю, ни разу ничего не забрал. Так, а как это может быть, если у тебя ЕП 5000? Там два ханта, блядь, дерутся, вот это бой интересный. Продолжайте сражаться, братья! Ты слышишь меня? Вот смотри, как это может быть, ты 20 раз в рейде был, что у тебя ЕП 5000 всего. Я не знаю, чем тебе помочь. Кто там был 20 раз в рейде? Вот Цунами, вот этот прист, я его лично первый раз. Я помогу. Я второй раз. Нажми открыть, сравнить достижения и посмотри, сколько раз он CLK убивал и все. В чем проблема? Магон, в чем? Жетон спутал, нолик забыл, точнее. Ну там, там 12, но как бы 25 гера убито. Да, у него 12, у меня 26. И то у меня код, блядь. Относительно недавно. О, Олега. Не знаю, Цунами, чем тебе помочь. Бейте, ебаный трэш. Мне кажется, кого-то нужно поднять. Не знаю кого. А че, Олег, ты еще не ушел? Не пойдешь, что ли, уже? Я не пойду. Все. Собирай лучше после CLK, а? За место РСки. Сейчас попробую порезать сейчас. Вот у меня тут есть на панельке рез вот там. А, я не могу его. Вы на ком? Мы на трэше перед валькой. Рез, рез, а мизантроп, хильте хилы тех, кого резку. Бейте трэш, аккуратненько, не спеша. Антя, ты вовремя, у тебя вроде бы есть и хэпал, да? Да-да, есть. Я думаю, вы уже поменяли меня. Нет, ты же сказал. Не, ну я вроде чуть дольше. 15 минут? Был. 15 минут прошло вроде. Ну или больше, не знаю. Ну не больше 20. Ой, инер. Даю вершамочку инер. Забей. Собирайтесь все ГД сюда быстрее, мы уже к вальке подходим. Энг против АДК, прикольно. Танки врывать, скилим сейчас двух танков, не уешим. Одного, значит, кто? Вот этого танка, здесь около рослого. Точняк вытянешь. Милики, будете его бить. Точняк ведет кружок. Этих не уешьте пока, не надо, кто это уешь.
Ужок сейчас выйдет, и вы будете бить. Не надо убегать от танка, танк за таунтит. Ужок не таунтит, таунтит другого. Великий кружок. Коля, ты тупой? Что тебе надо? Зачем ты его обратно забираешь? Ну он на этом, на присте висит. Сенсимилия, забери, пожалуйста, с меня этого моба. Бля, видишь, я его к тебе даже... Как Косюга забирает. Жду танчите пока. Все в комнату заходите. Густы приготовлены. Надо, чтобы щита мы... Восстаньте, чемпионы серебряного города! Давай, помню. Верните наших братьев обратно в могилы, а потом мы покончим с ней. Нападай, гроза плети! Сейчас я покажу господину, кто из нас может называться чемпионом! Вас тоже это, да? Вообще. Жесть. Просто через секунды 2-3 нажимаются справа. Нихуя там энк-то, блядь, живет еще, прикинь, СДК. Долго что-то. Да, чистый. Да, ну хуй знает, он что-то подпупал, он нихуя ему урона вообще не нанес. Он всех волков его там сбрил. И по мане еще сел. Да какой Марат Энг? Там АФК какой-то дреней. Ников. Это, кстати, охуенный Энг. Варенька, ты здесь, Варенька? Кто за него танчит? Кто второй? Кто там в плюс варит? О, АФК, походу, победил. Блять, Войт, из-за тебя просмотрел, сука. Так, кто еще танк есть? Мутант в танка, Синцемиля слева, мутант справа, Драксайд. Не, я слева, Ваня... О, я справа, Ваня слева. Ну, как хотите. Значит, на боссе анти, секьюрити, пришествие и Драксайд. Розетта, Джелли, Снарейн. Там нормальная инф, пизды дал АДК. Так, ману ждем. Энх убил АДК? А какого он АДК убил? Этого какого? Делиша. А не, я его не знаю. Марат, блять, он мутант, все говорит. Каску локу и приступав. И инту. Каску локу, приступав, инту и чек на пул. Принимаем готовность. Это огурец там в турнире бьет, да? А че мутант говорит, да? Сенсимилия порвается. АФК ник дреней, это Марат. Че за... Нет. Да пизд... Ваня, пиздишь, блядь. Там два лока дерутся уже, сука. Там походу когда кто-то дерется, у нас нога. Черепок слева, сильно-сильно, разгром. РДД пошли. Зомби.
За кем летаем? Сейчас здесь дам вылочку пока что. Давайте у входа собираемся. Вот звезда в осадку. Собирайте звезду, а потом выйдем вместе. Входа также собираемся. Пожалуйста. Ой, Лем, погибал. Ты молишься, чтобы тебя убили, что ли? Нет. Я две упаки, да, этого хватает, в принципе, моб держится. Там сова или дерется. Господи, как лагает. Сейчас васабик выйдет, захилит все. Юбка слева. Что у вас, по одному стаку, что ли, все? Откуда еще будет заходить разогнал? Идем, трэш. Толстый для танка. Смотрим подавление. Слева сверху, справа сверху. Пошли наверх. Где, а где Ваня, кстати, слышишь? Охнулся, не знаю. Что, один танк там? А, вон танк. У него кино скачалось. Ну, все, потеряли Ваню. Видите, мага уже, а? Мага, мага, черепок. Ух ты, там это... О, ЛМ победил. Или Н вроде. А, это Н был. Так, что у вас там по хилу? Тупой ГМ, блядь, говорит, ЛМ, блядь. Нет, там другой. Давай еще раз зайдем. Там другой уже. Поздравляю. Смотрите сейчас внимательно, трэш, надо подавление хорошо убить. Вы уже зашли, да, по-моему? Справа наверху огненный. Вон он месяц. И подавление. Подавление слева, сверху, сверху. Чё у вас там поставили? Всё, давайте рус. Давайте рус. Антихам, выбирай вальку, гимн на хп читай. Антихам, так. Цунами, выбирай вальку, гимн на хп читай. Гимн на хп. Дуду Дипка, выбирай вальку, гимн на хп читай. Бейте черепок, пожалуйста. Выходит толстый, он для танка, подавление. Справа, снизу, слева, снизу. Приз сала дерется, тоже припан. Спускайтесь вниз, там можете отойти на пару минут. Всем бейбе. Господи, такой лут говнище просто. Зато осколки с каждого босса. На мейн роллим. На укрытие 10%. А чё ты за что ему ГП дал? Кому? Димону. Я давал ГП за АФК. Так, что-то у меня гость, я без наушников, если что, хорошо, секрет.
Так, цунами и... Кто там еще? Это Войт, я отойду на 2 минуты. Сейчас бы быть Олегом, говорит. Сейчас бы, короче, прицепиться за антихам, полный трэша. Потом надо подойти к Вале, услышать, что РЛ чекает на пул. Прицепиться к ханту, короче. Братья. И антихам. Во время Вальки. Видеть, что тебя Олег, он тебя видел, что ли? Я на ОК. Начислили ГП. И потом начать дамажить. Надамажить один лям и написать мне в ПМ, за что АФК, посмотри мой дамаг. Да мы поняли эту прекрасную историю. Антихам, брат, передай, пожалуйста, цунами. Он 20 раз с нами в рейде и ничего не забрал. Я тебе не дам ГП, дам ему 38 ГП. Брат. Как понял. Ой, я 10 лямов нанес, нормально. Мне в ретрика спекаться обратно. Сейчас подумаем. Пришествие, у тебя есть ретрик? Дай его покурить. Давай. Смотрите меня, пожалуйста. Что, не упали кольцо? Олег, спекни в БДК, пожалуйста, на 2 минуты. Так. Так, как ничего? Войд. Что? Вангани, пожалуйста, шею. Вангани будет шея. Тебе не надо, да? И роги тоже не надо, заебись. Да, говорят, надо в центре подержаться. А кто там наверху, Шадоуморн? Смотрите, Шадоуморна еще. Ну, Шадоуморн. Смотрите его быстрее. Взял. Слава, отойду, бутерброд сделал. Давай. Че такое, Кендлинг? А тут это, носок авкает, он мертвый сидит где-то. Порвайс, что надо? Давайте чек. Кто-то сюда не зашел к нам или что? Вот я не понимаю. Носок наверху, видать, мертвый валяется. Носок? Так вот бегает у меня. Все, запустилось. Только носок пусть не заходит не носок. Так, мне какой-то Кенблинг пишет в ПМ, причина ГП. Поставь фрилуд. Я вроде на репле. Сейчас я могу. Там мелу стало. Нет, не знаю. Я ему накинул ГП за АФК. Если за себя поставил, то кто получает пас и пикает, да, и, короче, 10 минут. Это дракончиков принести сюда? Лучше не надо. Окей. Я не понял, какой-то кипиш произошел. Что, не слышно меня, что ли? Да, слышно. Слышно, слышно. Ну я ж говорю, я ему накинул ГП за то, что он на трэше не бьет. Вообще трэш не бьет. Посмотри урон в трэш, посмотри урон в босса. Олег, что ты такой даун-то, а? Каково быть тобой? Это жестоко, конечно, по отношению к себе даже. Да, это жестоко, наебывать рейд, не бить трэш. Ну посмотри урон за весь инст линканул. Да? Раздупли свои глаза, конченые. Это круто, что ты на дамаге. Ты можешь свои конченые глаза раздуплить и посмотреть дамаг? Какой же ты конченый, а? Он, кстати, на самом деле бил, он же у меня. Сейчас бы быть тупым РЛом, ой, ГМом, даже гильдии хорош. Да. Он, кстати, если что, на самом деле бил. Он же в моей пати ездил, он даже по мане садился. У него 15 команды было. Я сказал, ну так он 17 в общем. Может, он турнир там смотрел. Не знаю, короче, начинался какая-то рубрика. Либо молча дальше нормально. ПМ там они на кухне все. Либо кто-то там уходит, а кто-то. Давайте, пойдем сначала.
Ты, кстати, Олег, во сколько на завтра руду поставишь? На 5 часов или на 7? Не знаю, на 6. Давай на 5 лучше, Олег. Вечером вообще не могу. Ну, блин, считай, что не повезло. Во, приземлю. Приз, говорят, победил там. Мага тоже. Дайте поп на землю. Не знаю, демон или кому дал. Да-да, нормально. Кого увидел, тому дал. Сайд в бревне будешь. У тебя же бревно, да, там? Так, на земле бревно. Антиэтрик. Так, напишите, пожалуйста, ВКонтакте Вреника, зайдет ли он на землю лича. А на босса мутан, спек миссию танка. Будем 2 БДК пока что. Да, на свое свидание кончится. Олег, а ты чё, в танке тоже или просто на трэш там? Я на трэш его бросил спекнуться. Ну, наверное, кто-то там БДК, но там с Насимили пустанчик. Видите дракона наверх, убирайте пока. Ваня, забери дракона. Следующий бой, говорят, 2 шеда. Сука. Там участников, по-моему, сколько? 30, наверное, да? Да-да-да, там, короче, этот сейчас победил. Хант, Вара. А этот отбор как производился или на выбор по желанию? Да там рандомно, короче, выпадает. Это шляпа, мне кажется. Вот именно что рандом, это шляпа. Не-не, я имею в виду регистрация в турнире. Регистрация, каждый класс отдельно. 10 варов пришли, они бились, и 3 из них лучше по очкам остались. Типа, а, типа турнир какой-то? Да, турнир. Ну там такие комментарии, знаешь, типа, нубы с нубами. Там ни одного не понравится. Два роги дерутся. Это пиздец смешно. Первый выйдет из инвиза, да? Типа сейчас жди. Но там рекаунт какой-то за альянс рога и еще. Рекаунт мощный. Так, давайте кулбан даем, приготовились. Там. А где Синдра? А Синдра появится, как будто так он спускаться. Бам, на секьюрити. Подожди, релок сделаю. Давай, делай релок. Танк называется просто шмон. Первый тоже 7-7 атаки. А кто будет? Не, Ваня танчит, и я меняю его. Ваня будет танчить, 7-7 на третий будет менять. Давайте, чекай. Че, СС дать кому? Дайте кулак вместо МП5 конту.
Шадоумор. Давайте бафы быстрее. Лимон, пишите. Дай, пожалуйста, кулак вместо МП5 ханту. Носок Шадоумор, смотри, пожалуйста, нажмите, чтобы сделать. Хакалипита или хакапелита какой-то ник уроги второй. Ну, рекаунт его обоссит, походу. Да, рекаунт мощный, Рога, я знаю такого. Так, все готовы. Отлично. Спускаемся вниз. Ваня, иди начинай. Так. Сотка. Тяжкий блок. Глыбы надо будет разбивать до 30-40%. До 50 идти без депа. Унесут ваши души. Дамажим. Ну, руник, Ваня, прожми сейчас. Макс сорвет агро. Забери. Не резай. Заберите. Он выиграл там Джерри, он против Фиолочка. Гори какой-то. Ретрика и АДК. Беги, малышка, беги! Так, секьюрити, юзай вставалку. Юзай вставалку, закидывайте его. Секьюрити, зайка. Секьюрити, ты здесь? А, ну никак у меня. Я понял, пока что глыбы разошлись. Разошлись, вместе не бегайте. До половины глыбы смотрим, где падает. Первая. Справа близко, спятая. Следующая по центру, слева от центра. Третья глыба в центре. Подбиваем глыбы, у кого больше 50. И слева падает. Спятая. УБД блин. Трепещите, смертные! Ибо ваша жалкая магия! Кто такая зая? Захилите шамана, захил шамана. Значит, предупреждаю, на второй фазе будут все подбоссы. Милики, не тупите, не морозьте лишний метр. Так, себя положили в сторону. Взлетка приготовилась. Даю секьюрити маны, совы секьюрити залейте. Так быстренько залили, приготовились метки ставить. Никто не уцелеет! Метки. Нас инцемили меткой. Мутант ловит. Коны танчат. Так, вижу метки. Падает справа, спрятались. Спрятались. До половины метки подбиваем. Не вижу по левому. Слева падает, спрятались. По левым меткам не вижу дамаг, РДД, блядь. Вы будете просто стоять здесь? Смартфиз, не поднимаем. Спрятались по центру близко. Левый склеп подбейте. Куловый стоит, сука. Справа падает далеко. Спрятались. Смотрим, глыба падает. Синдра приземляется, а звезда пад, разбиваем метку. Не поднимаем никого пока. Давайте делаем. Трепещите, смертные, ибо ваша жалкая магия теперь бессильна! Там Джерри, он, короче, они оба фуловые СДК. Пиздец. А Ника, да какой? Беги, малышка, беги!
Вот, пока елочка бери. Да я слушаю, а не смотрю, они там говорят. Все, переводим так. Внимание фазы сейчас. Великий, приготовьтесь уходить. Пока что бьем, секунда нет. Внимание, секунда нет. Антихам под босс и милики свалили. Свалили быстрее. Быстрее, быстрее на Сокс. Разбили сразу. Сразу нет. Сейчас поменяю, Вань. Следующая подброса, секунда. Да ну нафиг, Вань, забери, на мне метка. Ну только вдвоем не заморозьтесь. Все, в звезду все быстрее, в звезду быстрее рейд. Милики не бейте, сейчас будет путяшка. Беги, малышка, беги! Следующая подброса. В конце каста разбивайте метку. Сильно, сильно в метку, глыбу под босса. Буду типка под босса, милики, не бегите туда, сука. Пол рейда не скинула глыбу. Антихам гимн ХП. Да, блять, вы убираете, что ли? Антихам гимн ХП. Бейте две глыбы. Сожмись. Стоим. Надо в сторону сейчас. Кстати. Джелис, в сторону. Не, не бегу. А просто беги в сторону, только не на 20 метров. В стене не беги. Все, уходи, Вань. Все. Милики РПД разбили скрипт. Меня захиливайте. Меня захиливайте, блядь. 5 стаков, вы хлопаете рейд. Стоим ровно в звезде, скидываем стаки. Разбивайте. Сильно глыбу, быстрее. Сильнее. Следующая подбосса. Будет притяжка. Глыба подбосса, будет притяжка. Милики ушли, анти остался. До половины. Уходи, уходи. Можете разбивать бабушку. Хорошо. Разбивайтесь. Беги, малышка, беги! Бегите в сторону, почему? Бегайте в сторону. 5 хилов, зачем смерть? Изантроп розетку поднимаем, бутивка под босса, милики свалили. Блять. Верните. Розетка поднимайся, сильно. Разбили глыбу быстрее. Несу под босса, милики. Милики ушли. Сразу разбивайте. Берните. Дарксайд. Да, все. Остался под босса, милики ушли. Поднять, да? Да. Поростись. Так, разбивайте, сразу глыбу. Быстрее глыбу, следующая под босса будет притяжка. Я остался, милики ушли. Ушли. Притяжка, глыбу до половины, у меня прожило пять. До половины подбейте. Беги, малышка, беги! Следующую сторону зерден босс. Разбили глыбу и зерден босс. Прожимки отдаем. Буду типка гимна ХП отдавать. Минимум остался. Давай теперь вам сакку отдавай. Сейчас смотрим. Все, резко всех. На лече портал, пожалуйста. Ох ты, клык, неужели? Клык? Да, я ванговал шею. Это все потому, что вы меня уронили. Да неужели хоть что-то заберу? Лесните, пожалуйста. Идите на личат, все, дам. Флешмот меняйте. У меня инженер 150. Переодевайте флешмот. Лесните, пожалуйста. Тут есть. Джерри, он все еще дерется, пиздец, мы уж лича, наверное, убьем. Наличие шкаф, пожалуйста. Волшебно, походу, шлем собрала. Майш. Мейн, ролим.
Я правильно хоть начислил? Ну-ка. Стой, стой, дудутипка, стой, 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 дудутипка. Все, спасибо. А не маловато? Ну это половина. Рольте. Токен. Цунами, на твоей улице праздник. Трика. Он там подговорил типов, походу, чтобы не ролили, да? Да, не, никого не подговорил. Там Олег сказал, что он не писал там в РК. Просто да, ему и не нужен клык. Да я не про клык, я про цунами. Он просто 20-й раз на рейде, блядь. И ничего забрать не может. Смотрите, фулба в ПДК. Так. Сука, Джерин убьет его или нет этого АДК? Так, точнику кто-то писал ВКонтакте, братья. Алло, есть кто-то живой? Воу, воу, воу. Да-да, слышно тебя. Вот писал кто-то военненько ВКонтакте? Протопала надо найти срочно. Но он в 17:42 последний раз заходил. Олег тут? Чё? Чё, фу, ЕП давай, если протопала найдём. 500 ЕП. А точнее, было чистить 2000. За что ему 2000-то, если он ушел после вальки? Даже вальку не убил. Ну, блин, 2500 тогда, не знаю. Мутант потанчит трэш, не? Мутант, оттанчишь трэш? Да! Ну вот шаркарь, который... Сколько надо мелких? Один мелкий, один шаркарь. Да два или три тебе хватит вполне. Да, правило двух мобов такое есть. Быстрее всего шаркари умирают. Ракшас что-то там пускай не бьет. А, окей. Так, по станам, значит, анти станешь первую печеньку, вторую волшебно, ромбик, трусы, носок. Носок, давай попробуешь. Нет, носок, короче, пришествие. Сможешь застанить трусы? Ребята, Настя отошла с собакой погулять. Я вместо нее пока посижу. Сейчас разберусь, где тут стану. Но... Хорошо. Вторую станешь, ромбик? Ты еще хочешь? Я, кстати, могу нейрпала зайти молотом вместо элема. Молотом правосудия даже верно станется. Да, давай нейрпала зайди вместо элема. Так, кого там станет сейчас. Мне еще раз? Ромбик. Ромбик. Ромбик, окей. Хорошо, нам заходи, пожалуйста. Вторая валька, можешь не ждать, пока метка на нее поставится. Я так поняла. А ты волшебна. Так я тебе же и сказал. Так ты слышишь, ВРК, волшебна? Ну так вот, тебе же сказали, ромбик. Ромбик, вторая. А кто сейчас говорил? Ну вроде он. Ну там девушка и он. Она и он. Он и она. Пришествие. Пришествие тогда получается. За пришествие, ребята. Пришествие говорил? Да-да-да. Я понял. Ну ты холипал, да? Ну сейчас не парься, да, у нас зайдет получается, да. У нас зайдет шана на ретрика. Тогда... Не стань уже тогда, ромбик. Да-да-да, не парься. Гил, у вас сегодня протопал есть? Не, у меня сета там нету. Меня прошибет сразу на этом трэш. Ты как у нас умон? Ну, типа, заходи. Станешь трусы, третья валька, Гил. Угу. Так, ну, типа, зайдешь? Да чё, кидай пати. Угу. Ты как у нас умон? Пожалуйста, сумон. Бой, ты угостив ласкарин, да? Да нету, блять, к сожалению.
Не, у меня есть, не надо. Отлично. Больше я тебя могу отпустить. ОТ мутант. Мутант плюс в рейд ТОТ. Вот, мутант ОТ. Так, мутант. Не упадешь. Чек на пол. Дайте мне фулбаф паладину, каску. Фулбаф паладину, там. Просто паладину. Нажмите, что вы готовы. Диспелить, значит, будет джелис. Прием. Дайте фулбаф там. Лапу. Прими. Дайте, пожалуйста. То, что ты ешь, это не значит, что его нужно не принимать. Я хочу босса запустить. Секурити, как дела у тебя? Так, крест, что там еще? МП5 над руля. О, скачал. Да, МП5 хантап тоже. Чек на пул. МП5 ханту. И лапу усала. Лапу даю. Так, мозгача. Дорогой мой, ты здесь? Уважаемый. Так, запустил лича. Чуму сказал, что диспелит. Ловушка, короче. Тупо, я не знаю. Ну сначала 2 сотни, не дай бог ему продолжать вайп. Сначала 1 сотня, потом 2, короче. Мне потом 4. Значит, квадратик будет водить миликов обязательно. Он никогда не улетает. Это очень хороший человек. Мы даруем тебе быструю смерть, Артас. Более быструю, чем ты заслуживаешь за то, что замучил и погубил десятки тысяч. Звездочка. Так, тут он нормально. Ты пройдешь через эти мучения сам. Не знаю. И будешь молить. Тот ДД поводит. Но идеально, давай ты. На, твои звездочку вставишь, если слетит. Послужат доказательства твоей безграничной. Все, мощи. Никто не улетает, все внимательно смотрим, сконцентрировались, убили с первого драйва, получили 3,5 тысячи. Так, герои в атаку! Внимание. Я ставлю тебя в жизнь. Ловушка приготовлена. Сейчас будет ловушка. Внимание, ловушка. РДД, пробежали. Чума, секунда. Шаркали, забили. Чума, чума в танк. Отлично, спрятан. РДД пробежали. Ловушка пробежали. Быстро в квадрат, быстро в квадрат, быстро, быстро, быстро. Лечение стоит. Чума смотрит на ком. Не дути, не хорошо. Ловушка секунда, смотрит. РДД пробежали. Сейчас будет еще ловушка. 3 секунды. Ловушка секунда, нормально. На шаркать сейчас скажу таунти. Милики пробежали, чума секунда. Милики пробежали далеко. Квадрат улетает. Отлично, чума секунда. Смотрим, чума. Секунда. Тише. Диспел. Диспел. Раз. Много дебилов. РДД, милики пробежали, РДД стоит. Милики прошли квадрат. Квадрат, квадрат, квадрат. Мы улетаем. Хорошо. Сейчас будет ловушка. Внимание. И на край. После ловушки. Перед быстро на край. Все, проценты переход. Все за квадрат. Чуманки хам вынес или диспел парень. Все, на край сбежали, дайте так. На мне. Что на тебе поднимаем? Это чума, чума. Вы чуму не спалили? Не, все нормально там. У меня просто из антропа закил. Из антропа. Закил. Закил. Конец. Дарксайд, поднимаем из антропа, бейте сферы и бейте. Поднимаем из антропа, Дарксайд. Поднимаем. Да нахуй, короче.
Сука, заходите, парни. Паладины, блядь, сдохли. Пиздец, все в зиме стоят. Надежда не тает. Улетели. Гиллос, ты что-то долго там бежал, не знаю. Не прожил, ни баблов никаких. Ни, блядь, ни рук, ни возложений, блядь. Пришествие то же самое. Чего вы так долго бежали? О, так чё, Бибоп, я не услышал от тебя аргументирующий ответ. Ой, ответишь. Давай ты просто ответишь на пару вопросов. Что ты делал на трэше перед Валитрией? АФК шел. Все, законное дело. Ну и что? Ну, закрыт. Я предупредил в рейд-чат, что я отойду АФК. Если ты не читаешь чат, это сугубо твои проблемы, наверное. Так я РЛ, наверное, нет. Ну, а почему тогда кидает левый человек ГП? Ну, РЛ. Потому что он на ГМ гильдии и назначил меня РЛом. Ну, тогда я спрашиваю у ГМ гильдии, за что мне ГП, если я написал, что я отойду АФК. Ребята, я написал в рейд-чат, что я отойду. Дайте шкаф. Че, он там надо кто? Посмотри от фильм. Ты не лагаешь, Ваня? Я не знаю, да не вроде. Тут мутант танчит просто, как ОТ. Вроде нет. Ну, если там слотов нету, то пусть будет. Нет, пока только ты не уходи далеко, ладно, там. Будь на связи. Да я тут. Ешьте рыбу, сейчас начинаем. Давайте труба быстрее, все здесь. По станам напомню, анти-кружочек первая. Волшебно. Роблик вторая, Гиллос, плюсы, третья. Это есть, если что. Так что внимание, никто не умирает. Чекнул. Так внимание. Что, Бибоп, алло? Кидай скрин. Скрин, где ты писал, что ты АФК. Я не обязан делать скриншоты. Ну, я не обязан отвечать на этот вопрос. Вот, значит, последний тест. Ты обязан отвечать на этот вопрос, потому что ты ГМ гильдии. Ладно, ладно, я отвечу потом. Хорошо. Ну да, сейчас будет быть тупым, конечно. Да. Вроде бы правило гильдии написано, если АФКшишь, то нужно написать и заскринить. Ну и что это такое? Ну, вроде как-то так, да? По трэшу. Дело даже не в скринах и не в АФК, а дело в отношении такого. Хуёво, вот, да, именно дело в отношении. Но не в моем, а в твоем. Понятно. Да, давайте сделаем нормальное убийство лича. Но я не буду слушать. Да, с такими тупыми игроками, как Олег, тут его сделаешь. Давайте без оскорблений, пожалуйста. Я стал тупым, потому что накинул ему ГП. Необоснованно. Обоснованно. Я переставь метку с Худялина, я что-то подвис. Метка с Худялина. Shadow Mord, звездочка. Все, нормально, я здесь. Что мы не говорим, давайте бьем.
дорожка лечу. Не могу допустить, чтобы величайший служитель смерти пропустил. На ушко смотрит внимательно. Так. РБД пробежал. Центра до перекрутки. Так, портал меча. Шарп еще на край. Смотрим сейчас ловушку. Все, прошли на край все. Все в квадрат. Милики. В центру не беги. Бегите только в ловушку. Сейчас бы с этой ГМа гильдии улетать. Давайте в зиму заходите. Сейчас бы начинать дамажить, когда тебе только ГП кидают. Я бы посмотреть урон за весь инст, а не быть слепым дауном. Ну да ладно, нет, это уже другая история. Мне нравится, как ты наебываешь людей в рейдах. Мне тоже это не нравится, особенно как ты улетаешь на ловушках. Будучи занхолика. Ты не сравнивай дамаг. Ну да ладно. Ты всего инста и дамаг в твоих боссах, где ты дрочишь на ДПС, дота и всех мобов, хорошо? Ну, ты тоже не сравнивай тогда АФК на одном трэше и без АФК на всех остальных трэше. Дима, еще не... Мне так надоело уже слушать. Интересно. Кто-то пятый улетел. Интересно. Как ты объяснишь? Смотри, можешь открыть аккаунт и посмотреть. Вот, ты... Все, все.